Мої вітання усім глядачам на парламентському проєкт «Політика.UA». І сьогодні ми маємо унікальну можливість ексклюзивно поспілкуватися зі спікером Кнесету держави Ізраїль Юлієм Йолієм Едельштейном. Господин спікер, здравствуйте. Добрий день. Ви прибуваєте в Україні з офіційним двохдневним візитом. Розкажіть, какова його основна ціль, з ким ви вже зустрічались, ну і були достигнуті ли якісь конкретні договоренності? Во-первых, я начну с того, что в течение, к сожалению, 23 лет не было визита спикера Кнессета сюда, в Украину. Это очень обидно и непонятно, потому что были на самом высоком уровне визиты президентов, премьер-министров, различных министров, но почему-то как-то спикеры не доезжали. И я очень рад, что у меня сейчас выпала такая возможность. С моим коллегой, спикером Рады, был подписан меморандум о укреплении отношений между парламентами. И я очень надеюсь, что мы сумеем наполнить его реальным содержанием. Это и отношения между разными комитетами, по интересам. И общество дружбы, очень активное здесь в Раде общество дружбы с Кнессетом. У нас в Кнессете активная группа дружбы с Радой. И все это, я думаю, может привести к тому, что там, где надо законодательную какую-то базу для развития, скажем, экономических отношений улучшить, мы это сделаем. Какие-то идеи в области культурного обмена, политического обмена. Я думаю, что это может положить очень хорошую основу для отношений между парламентами. Кроме того, встречи были и с президентом страны, и с премьер-министром страны. И я очень уверен, даже не только надеюсь, но и уверен, что по целому ряду вопросов были достигнуты соглашения, взаимопонимание. В частности, президент сообщил мне, что вчера он подписал договор о возможности временной работы в Израиле рабочих из Украины после определенного там обсуждения ряда вопросов, как сделать это так, чтобы это было действительно взаимовыгодно и полезно. Находится на рассмотрении еще и вопрос о создании зоны свободной торговли между нашими странами. Я буквально сейчас к вам приехал с такого большого семинара, где встречались украинские и израильские бизнесмены. Отмечается 25-летие дипломатических отношений. И то, что я вынес с этого семинара, что еще есть огромный потенциал для развития таких отношений. Обсуждался ли визовый вопрос? И вообще, каковы перспективы развития туризма между нашими странами? Какое ваше мнение на этот счет? Я уже начал говорить, скажем, о вопросе рабочих. И тут обсуждался даже не только и не столько визовый вопрос. Слава богу, несколько лет назад нам удалось добиться, я говорю «нам», потому что я был тогда министром, который очень лоббировал в позитивном смысле этого выражения этот вопрос вместе с несколькими своими коллегами. Мы говорили, что если отменить визовый режим между нашими странами, то возрастет резко туризм. Мы оказались правы. Например, в уходящем году примерно по 150 тысяч туристов приехало с каждой стороны во вторую страну. И потенциал, сами понимаете, 150 тысяч еще есть большой потенциал для роста. Но в связи, видимо, и с военными действиями в Украине, и с некоторыми другими проблемами, возникло явление, против которого тогда предупреждали те, кто были против отмены виз. Это незаконные мигранты, это люди, которые приезжают по туристической визе, исчезают, потом выясняется, что где-то работают намного больше положенного срока. И мы очень честно обсуждали этот вопрос. Он заботит руководителей Украины, заботит еще больше, наверное, руководителей Израиля. И самое страшное, что стали в Израиле появляться сейчас голоса, что это была ошибка, надо ввести визы. Я думаю, что можно сказать, соответственно, что мы не допустим того, чтобы опять были введены визы. Это же просто шаг назад. Но вот эти новые соглашения сейчас, мне кажется, могут четко поставить границы. Кто хочет приехать в Израиль работать, добро пожаловать, ласкаво просим. Есть все для этого законы. Все есть законы, условия, нормальные условия, нормальная зарплата. И процесс того, как это делается. Кто хочет приехать туристам, паломникам, на какие-то бизнес-встречи, опять же, ласкаво просим, есть все для этого возможности. Туристическая виза, если не ошибаюсь, до 3 месяцев позволяет пребывание законное в Израиле. И это вполне достаточно времени для того, чтобы и все посмотреть, и все свои дела решить, и спокойно уехать назад. Господин спикер, а как вы оцениваете в целом двусторонние отношения между Израилем и Украиной? На каком они, с вашей точки зрения, на каком они уровне? Мне кажется, на самом высоком достаточно упомянуть, что господин Порошенко был с визитом в Израиле в декабре 2015 года. Мне выпала честь принимать его и в Кнессете. Он выступал на пленарном заседании Кнессета.
Сейчас в связи с печальной годовщиной 75-летия Бабьего Яра были организованы на самом высоком уровне здесь мероприятия украинской стороной. Была очень высокопоставленная израильская делегация во главе с президентом страны. И я думаю, что визиты постоянные и министры иностранных дел, мне довелось принимать украинского министра иностранных дел у себя в Кнессете, и наших министров только что состоялась так называемая смешанная рабочая группа. Это министры с обеих сторон, которые руководят каким-то экономическим сотрудничеством, экономическим процессом. Это было в Киеве буквально месяц назад. Я думаю, что всегда можно желать лучшего и стремиться к лучшему, но отношения после 25 лет восстановления дипломатических отношений находятся на самом высоком уровне. Говорите ли вы только о политической составляющей или в том числе и об экономической? Экономический оборот, он где-то в районе миллиарда долларов в год. Можно, конечно, еще и повысить это. В конце концов, Украина огромная страна с большими возможностями, 45 миллионов населения. Израиль, хотя не может, может сравниться по населению и территории, но тем не менее известен как один из мировых лидеров в области особенно высоких технологий, медицинских препаратов и оборудования. И можно продолжить этот список. И здесь есть все возможности для взаимовыгодного сотрудничества, увеличения еще экономической связи. Я только что упомянул семинар, мы только что упомянули, что хотим подписать договор о свободной торговле. Я думаю, что с одной стороны все хорошо, но, как говорится, прекрасный враг хорошего. Хорошо, будем стремиться к основному врагу, а именно к прекрасному. Упомянутая вами израильская медицина, она имеет огромный авторитет не только в Украине, но и в мире. В Украине к ней очень уважительное и востребованное отношение. Вот ваш опыт в этой области, знаете, вы, наверное, знаете о том, что в Украине есть определенные проблемы в сфере охраны здоровья. Можем ли мы рассчитывать на обмен опытом, на поддержку Израиля в этом вопросе? Безусловно, во-первых, это уже существует, и я думаю, что все, что требуется. Атмосфера такая, вот вы спросили про атмосферу в этих отношениях. Атмосфера такая, что, скажем, могу говорить по поводу Кнессета, израильского парламента. Любые такие вопросы будут с большим удовольствием решаться довольно большой группой депутатов из оппозиции, из коалиции. Это не политический вопрос в Израиле. Не будем забывать, что как в Кнессете, так и если брать медицину, то и в израильской медицине находится немало людей, которые сами уроженцы Украины, говорят на украинском, на русском. И поэтому здесь есть все возможности для сотрудничества и обмена опытом, конечно. Со своей стороны, Украина имеет огромный потенциал в сельском хозяйстве. Заинтересован ли Израиль в сотрудничестве именно в этой области? Возможно, есть интерес инвестировать в эту сферу? Во-первых, ну, инвестиции, как правило, в Израиле, они не государственные, то есть это бизнес-вопрос, частный капитал, да, частный капитал. Но сейчас идет серьезный разговор по поводу импорта в Израиль, экспорта из Украины различных сельскохозяйственных продуктов. Последний разговор шел, скажем, о мясопродуктах. В общем, в прошлом был опыт и импорта в Израиль яиц из Украины. В Израиле хорошо развито и высокотехнологическое сельское хозяйство, но, опять же, об этом мы сейчас говорили на семинаре, с которого я к вам приехал. Мир очень глобальный. Нет возможности, как когда-то, огородиться высоким забором, и мы у себя все будем производить. Это тогда ты превращаешься в Северную Корею. Поэтому использовать сильные стороны украинской экономики, сильные стороны израильской экономики, в том числе и продукцию, если мы говорим про сельское хозяйство, это, мне кажется, залог успеха. Тем более, что регионы у нас, может, и разные, но расстояние по нынешним понятиям смехотворное. В начале разговора вы упомянули о главной проблеме сегодняшней в Украине. Это, естественно, конфликт на Востоке. Говорили ли об этом? Мы знаем, что Украина на всех уровнях хочет заручиться поддержкой мирового сообщества. Какая ваша позиция вот в отношении Украино-российского конфликта? Ну, не секрет, что Израиль при голосовании в ООН в ноябре месяце, в уходящем месяце, поддержал резолюцию о нарушении прав человека. Что уже говорит о многом? Что уже говорит о израильской позиции? Я ее сформулировал бы одним словом. У нас позиция в этом отношении последовательная. Мы признаем территориальную целостность государств, признаем территориальную целостность Украины. Целостность Украины, и исходя из этих рамок мы и действуем.
причин для или угроз для того, чтобы эта позиция была изменена, нету на сегодня? То есть она стабильна? Я не вижу на последовательность. С тех пор, как начался конфликт, мы все надеемся и молимся, чтобы этот конфликт как можно скорее закончился и чтобы вернулась ситуация, с которой мы все хорошо знакомы, когда Украина пусть идет не самым простым путем, и мы все знаем, что последние 25 лет независимости не всегда были легкими, но, по крайней мере, она выбрала путь демократии, выбрала путь правильного развития, и я очень надеюсь, что никакие внешние факторы не смогут этого остановить. Вы сказали, что знакомы с этой проблемой. В Украине очень часто на любом уровне, и на уровне экспертов, и на уровне политиков ставят в пример именно Израиль для Украины, потому что вам удается жить, не только жить в условиях перманентных военных действий, но и развивать свою экономику. В чем секрет успеха Израиля? Вы знаете, я должен сказать, что, во-первых, я действительно очень горжусь и вижу залог успеха израильской экономики, развития различных технологий, медицины, все сельского хозяйства, мы об этом уже говорили, именно в том, что никогда не укоренилась традиция, которая говорила, вы знаете, у нас сейчас очень тяжелая ситуация в области безопасности, вы подождите со всем остальным, сейчас все для фронта, все для победы, а все остальное потом. В Израиле с первого дня мы понимали, что надо делать параллельно, и результат говорит сам за себя. Я должен с удовлетворением отметить, что и в Украине, и на политических моих встречах, и на неформальных, там, ну, на приеме в посольстве, например, с представителями бизнес-комьюнити здесь, я чувствую ту же самую атмосферу. То есть люди говорят про конфликт, не то, что они скрывают, они говорят, как беспокоит, говорят, как больно, как потеряли там друзей, в общем, знакомых, как это все ужасно. Но при этом они не говорят, все, ни о чем другом думать не могу. При этом следующая уже фраза – это действительно развитие отношений, бизнес-обмен, культурный обмен и так далее. Так что, если удастся сохранить этот дух, если люди будут с пониманием относиться к тому, что понятно, бюджет тратится, и мы в Израиле это прекрасно знаем, мы сейчас, ну, как любой парламент, наверное, в большинстве стран мира сейчас обсуждаем бюджет тоже на следующий год. Страшно действительно смотреть, какие огромные суммы, вместо того, чтобы их использовали на образование, социальную поддержку, какие-то инвестиции в инфраструктуру, мы должны тратить на борьбу с террором, на борьбу с теми, кто мешает нам жить. Но это, как говорится, это данность, с которой мы живем, к сожалению, много лет. Очень желаем, чтобы Украина жила с ней меньшее количество лет. И самое главное, не впадать в состояние, которое говорит, пока такая ситуация, мы ни о чем другом думать не можем. Это самое главное. В Украине очень довольно-таки сложная ситуация с общественным мнением. На него очень сильно влияет элементы, как мы говорим, информационных войн. Сталкивался ли Израиль с информационными войнами? Как вам удается вот выходить из этого? Чувствуется ли влияние на ваше общество? Во-первых, безусловно, чувствуется. Мне даже довелось, перед тем, как я стал спикером Кнессетов, предыдущей каденции быть министром информации в Израиле. И это не всегда просто. Я всегда, правда, очень гордился тем, что говорил, что мне для того, чтобы исполнять свои обязанности, не надо врать. Приходится врать тем, кто рассказывает про Израиль разные басни, а нам надо только заставлять людей слышать правду и заставлять неправильное слово, помочь людям слышать правду и рассказывать правду об Израиле. Я думаю, что одна из вещей, над которыми стоит задуматься, это именно это. У нас очень много эмоций. Кто-нибудь там, ну, я возьму израильские примеры, они мне более известны и понятны, начинают рассказывать, как страшно израильские солдаты там кого-то убивают, над кем-то издеваются. Это все вранье. Но мы настолько эмоциональны, что мы ввязываемся в какой-то бессмысленный спор, кричим, доказываем, рассказываем всем, что они антисемиты, фашисты. Там, а нужно далее. Не реагировать? А нужно, нет, я не говорю, что не нужно реагировать. Нужно просто очень планомерно вести политику, которая направлена на то, чтобы показать реальное лицо Израиля. Вот тот самый Израиль, который изобретает медицинское оборудование, которое помогает людям начинать новую жизнь, который в своих госпиталях сейчас принимает раненых из Сирии, не спрашивая, в каких таких обстоятельствах их ранили, к какой группировке они принадлежали. Израиль, который развивает проекты в области, скажем, хай-тека и медицины, которые не позволяют никому, вы знаете, что есть такие группки, которые требуют бойкотировать Израиль. Я всегда над ними издевался и говорил, я за ваш план, только вы начинайте первые.
и выяснять, что бойкотировать Израиль невозможно. Ты достаешь свой портативный телефон, а там полно израильской продукции. Не дай бог, кто-то в больнице еще не видел человека, который сказал, вы только ему не давайте израильских препаратов, не используйте израильское медицинское оборудование. Так что я думаю, что если Украина поставит себе планомерную задачу рассказывать о том, что такое настоящая Украина. На каждый негатив иметь. Иметь безусловно. И не только как реакцию на негатив. Просто, мне кажется, ну, в конце концов, есть Украине столько всего про себя рассказать и себя показать, что со всем остальным можно справиться. Нас связывает также огромная часть общей истории. Знаем, что сегодня в вашем парламенте зарегистрирован или оформлен акт о возможном признании Голодомора актом геноцида. Может ли такое решение быть принято в Кнессете? У нас действительно было такое предложение по повестке дня. Это не законодательный акт. Я думаю, что все такие вопросы – это очень длительные тоже процессы. Я должен сказать, что далеко не все в израильском Кнессете знают, о чем идет речь. И я думаю, что сейчас для тех, кто занимается этим вопросом, самая важная задача – объяснить израильским депутатам, что… В частности, нашей стороне, да, донести позицию. В частности, и украинским представителям есть, в конце концов, и посольство, и депутаты Рады, которые приезжают. Надо, прежде всего, рассказывать о том, какая это была трагедия. Я вчера также с удовлетворением слышал заявление президента Украины на встрече со мной, что он поднял этот вопрос и сказал, что он однозначно заявляет, что речь идет о признании трагедии страшной человеческой, а не о действиях, направленных против того или иного государства. И поэтому я думаю, что... Снимает некую политическую составляющую. Все мы должны помнить, что в таких вопросах, чем меньше будет современной актуальной политики, и чем больше реального признания трагедии прошлого, тем легче эти вопросы решать. А вопрос сохранения памяти о Холокосте в Украине, насколько он важен для Израиля, и как вы воспринимаете то внимание государства Украины, Украина, которая проявляется к этому вопросу? Я думаю, что то, что происходит в последние годы, это восстановление исторической справедливости. Холокост произошел на территории Украины, не только, но то, о чем мы говорим, Бабий Яр, различные яры. И для всех нас это и личный вопрос. Все друзья моего отца, уроженца Киева, ну, как он сам говорит, из там 10-12 ребят, с которыми он в детстве играл во дворе, наверное, двое остались живых, а 10 похоронены в Бабьем Яру. Так что для всех это у нас, конечно, вопрос не только абстрактный, но и личный. И я думаю, что процессы, которые происходят, дают возможность, с одной стороны, увековечить память жертв, говорить честно о прошлом, которое было в истории наших народов, и о нем надо говорить честно. Были украинцы, которые спасали евреев, и благодаря этому есть немало евреев в Израиле, которые живы, у которых появилось после этого, скажем, словно говоря, трое детей, 15 внуков и 70 правнуков, и это все благодаря тому, что нашелся украинец или украинка, которые в нужный момент их спасли. Были украинцы, которые вместе с эсэсовцами с большой радостью расстреливали евреев, и это тоже страница истории. И поэтому, когда мы честно говорим об истории, увековечиваем вместе память жертв, память Холокоста, то вместе вносим вклад в то, чтобы такие моменты ни в Украине, ни в Израиле, ни в одной другой стране мира не могли больше повториться. То есть такие страницы нужно переворачивать совместно? Это вместе. Нужно помнить, нужно переворачивать совместно, честно смотреть друг другу в глаза и всегда помнить, что попытка все обелить или все очернить ни к чему хорошему не приводит. В рамках визита вы сказали одну очень интересную фразу. Вы сказали, что евреи Украины ощущают сейчас пробуждение. Что именно вы имели в виду и как это происходит на практике? Ну, знаете, для меня это тоже немножко личный вопрос. Я помню времена и говорю об этом, когда в бывшем Советском Союзе не было таких понятий, как еврейская школа, еврейская газета, еврейская община. Ну, там синагоги какие-то отдельные были, но не будем рассказывать, как они выглядели. И, конечно, помню свой личный опыт, когда я жил в Москве и приезжал на Украину помочь местным евреям изучать иврит, и как меня местная милиция с большим энтузиазмом вытворяла, выгоняла и так далее. Ну, естественно, это была не милиция, а соответствующие органы. И сейчас, поэтому я, когда могу прийти здесь в синагогу, могу выступить перед представителями еврейской общины, когда они говорят о том, как власти Украины правильно проводят национальную политику, поддерживают развитие этой общины, не дают антисемитам и хулиганам поднять голову, то, конечно, это все очень радует. Именно об этом я и говорил.
Это очень важно для сегодняшней Украины. Опять-таки, это вот демонстрация того, что мы мультинациональная страна, которая поддерживает все национальные меньшины. Правда ли то, что вы родом из украинского города Черновцы? Вы вспоминали о своем отце? Совершенно верно. Отец у меня уроженец Киева, мать уроженец Черновиц. И я сам тоже родился в Черновцах. К сожалению, я был бы рад дать интервью на украинском языке, но я не учился в школе в Черновцах. Родители довольно рано переехали в Россию. Так что являюсь уроженцем Украины, очень любил и люблю город Черновцы. Поддерживаете какие-то родственные связи? Ну, родственников, таких близких родственников не осталось. Переехали в основном в Израиль. И друзья детства тоже в Израиле из тех мест. Но несколько лет назад мне довелось быть, когда я был как раз министром по делам информации и диаспоры, довелось участвовать в открытии какого-то проекта в Черновцах. Это было все всегда в жизни очень символично, потому что открытие происходило в Черновицком университете, который примерно 100 лет назад закончила моя бабушка покойная в городе Черновцы. Так что, если уж говорить про то, что нас связывает общая история, это не только какие-то высокие фразы, но и это очень личные воспоминания. Спасибо вам огромное за этот разговор. Во-первых, за позицию, конечно же, официального Израиля, ну и за то, что нашли время и пришли в нашу студию. Спасибо вам за интервью. Юлій Юель Едельштейн, спікер Кнесету Держави Ізраїль, був гостем нашого ефіру. Я вам дякую за увагу. Залишайтеся на парламентському і далі.